Первоклассник с Илиадой в руках – это реальность. Малышам предлагается также ознакомиться с эпической французской поэмой «Песня о Роланде» и «Одиссеей» Гомера, «Энеидой» Вергилия, «Дон Кихотом» Сервантеса. Список на лето очень большой, листа 4 с двух сторон. Мы очень много уже прочитали сами в течение года, поэтому у нас осталось там, наверное, книжек 6 или 7. «Мифы Древней Греции» есть в списке. Читали? Да, читали. Мне нравится книжка «Эмиль и Ида» про мальчика озорного и его младшую сестренку. Учителя и библиотекари объясняют, что список именно рекомендуемой литературы. Это часть дневника юного читателя, предназначенного для первых-четвертых классов. Рядом есть другой список книг уже внеклассного чтения. Сюда входят Барто, Бианки, Носов, русские народные сказки и сказки Пушкина. Сейчас уделяется внимание как и тем книгам, которые были популярны несколько десятилетий назад, тому же Погорельскому, его «Черная курица», Пушкину, классикам, так и новые авторы, сравнительно недавно появившиеся, это и Крюкова, там целый ряд ее книг, и зарубежные авторы, такие как Льюис и такие как автор книги «Хоббита» Толкин. Если вы увидите в списке для начальной школы произведения Гомера и Вергилия, то, как говорят библиотекари, не обязательно их читать в академическом издании. Есть адаптированная литература, которая предназначена для детского чтения. Список такой, ну, приличный, с формата А4. Мы стараемся это все читать, но по мере возможности. Мне нравятся Денискины рассказы. Мне нравится, как они строили космический корабль. Что касается старшеклассников, то для них тоже есть рекомендованные списки литературы. Библиотекари говорят, что молодежь спрашивает у них произведения Жюля Верна, Даниэля Дефо и не только. София Мамонова переходит в 6 класс, рассказывает о своих предпочтениях. Мне понравился «Геракл», я его читала. «Кладовая солнца» очень интересная. Я планирую взять «Оливера Твиста». Читают, конечно же, фэнтези, конечно же, приключения. Читают книги, которые читали родители этих современных подростков. Конечно же, манят «Морские просторы», «Космические пространства». Все это можно встретить на страницах популярных любимых книг. В целом же, как и в прошлые годы, так и сегодня популярностью пользуются произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Адоевского. Неизменная классика. Олеся Котровская, Даниил Пилипенко, телекомпания «Город».